Это бразильская активистка по борьбе со СПИДом Мара Морейра. Она сама заражена вирусом иммунодефицита еще с подросткового возраста. Сегодня она занимается тем, что доносит молодежи информацию об этой болезни. По ее мнению, молодые люди в ее стране получают неверное представление о вирусе иммунодефицита. 38-летняя бразильянка делает это уже многие годы. Она говорит, что лечение от СПИДа включает постоянный прием антиретровирусных препаратов. Но не все молодые люди это знают. Многие молодые люди путают лечение с выздоровлением. Лечение сложное. По данным бразильского министерства здравоохранения и ЮНЕЙДС, случаи заражения СПИДом в Бразилии участились среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Всего же в стране носителями ВИЧ-СПИДа являются около 800 тысяч человек. Это половина общего числа ВИЧ-позитивных в Южной Америке. Проблема эпидемии вируса иммунодефицита встала перед страной еще в 90-х годах прошлого века. Тогда власти начали создавать обучающие кампании, а также предоставлять бесплатные медикаменты. Впрочем, многие в стране по-прежнему знают о вирусе очень мало. Специалисты отмечают, что сегодня выявить СПИД гораздо проще. Кроме того, они говорят, что в стране всех зараженных обеспечивают необходимыми препаратами бесплатно. Между тем, Морейра отмечает, что молодые люди могут жить нормальной жизнью, просто принимая таблетки. Она добавляет, что сама является хорошим примером того, как наличие необходимой информации помогает ей оставаться частью общества.